Саш, тяжелейшая категория. Ну, два лидера борются. Вопрос будет про Романа Власова. Вот чем он для тебя интересен как борец? Роман, я думаю, всем интересен как борец. Большой профессионал в своем деле. За него говорят его результаты. Поэтому очень хороший, разносторонний борец, с которым каждый раз выходишь и ждешь что-то новое. Ты четырежды стал чемпионом страны. Скажи, пожалуйста, что сложнее, чемпионом мира стать, вот как в 2018 году, Европы или чемпионом страны? Ну, учитывая нашу конкуренцию в нашем весе, то, наверное, чемпионом России иногда бывает сложнее стать, чем чемпионом мира. Кто из иностранных борцов наибольшую опасность представляет в этом весе? У нас такой вес, много стран, которые могут быть опасны. И Иран, и Сербия, и Корея. Ну, сейчас всех не перечислишь, но много достойных борцов за границей тоже. Тебе 34 года. Вот ты себя помнишь 24-летним. У меня вопрос. Ты сейчас на пике, рассвет, или тогда ты был как бы, ну, сильнее? А всем участникам спортивной... Сейчас не могу сказать, когда я был на пике. Тогда был более моложе. Сейчас более опытней. Тут каждая со своих сторон, с каждой стороны есть плюсы и минусы. До скольки лет борец должен бороться? По состоянию здоровья и по желанию.